Арбитражный суд области тем временем подтвердил законность решения Пензенского управления Федеральной антимонопольной службы о высокой цене на проезд в общественном транспорте. Напомню, в ноябре 2020-го 5 перевозчиков повысили стоимость билета в маршрутках до 32 рублей. До этого плата составляла 27. По мнению комиссии ведомства, данный тариф был сформирован за пределами конкурентной цены. В июле прошлого года УФАС признала эти действия незаконными и выдала предписание о прекращении нарушения. В августе автотранспортные компании обратились в арбитражный суд с заявлениями о его оспаривании. Однако в удовлетворении требований им полностью отказали. Более того, виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила почти 2 миллиона рублей. После вступления решения в силу срок исполнения предписаний будет возобновлен.